Новые рынки для белорусской продукции, наш интерес на азиатские векторы и перспективы развития отношений с Пакистаном обмерковали у эфира белорусского радио. Круглый стол объединил дипломатов, парламентариев, ректоров, ведущих белорусских ВНУ, представников промысловости и сферы культуры. Размова и шла об взаимодействии у сельской господарцы, будовництве, ухалине науки и техники, адукации и культуры, а так само об межпарламентским взаимодействии. В 2021 году у нас экспорт товаров, белорусских товаров в Азию составил 2,4 миллиарда долларов и вырос на 114%. То есть мы очень активно идем в Азию, продолжаем идти в Азию, расширяем свое дипломатическое присутствие. В частности, в прошлом году мы открыли ряд генеральных консульств в ряде стран. Не буду их называть конкретно, в ряде стран этого региона. В целом у нас большие надежды. И самое главное, мы от большинства стран в этом регионе чувствуем дружеское отношение, расположенность к Республике Беларусь, готовность работать, развивать экономические, инвестиционные взаимодействия. Наше мероприемство поделено на 4 разные сегменты. У первую чергу это обмеркование политичных отношений помеж державами и их перспективы. Другое это экономичное и гандлевое питание, а так само наше супрацовництво у галине адукации и культуры. Меня вельми уразила музычная частка нашей встречи. Нумары пакистанской национальной культуры чудовно подрихтовали белорусские музыканты и молодые артисты. Так само у великой зале Дома радио гучали музычные творы Беларуси и Пакистана, выконание симфоничного оркестра Белтели радиокомпании, а народный пакистанский танец выконали удельницы школы усходнего танца Тамазур. Ближе и познакомиться с культурой и мастерством усходней краины можно было на импровизованной выставе, посвященной Национальному дню Пакистана, який означается сегодня.